Всем доброго дня! С вами компания «Электромотор», и этот видеоролик посвящается подбору сеялок для буряка, для свеклы. Вот. Очень часто в нашу компанию поступают вопросы о том, какая сеялка больше всего подходит. И мы взяли самый распространенный сорт свеклы – это Детройт. Вот. Покажем вам, какую он имеет структуру, диаметр. Как видите, структура ближе неоднородная, семена не одинаковые, что уже очень таки неблагоприятно влияет на посев этой сеялки. Вот. Мы, конечно, сеялку СМК попробовали просеять пару рядов, вот. Но у нас ничего не получилось, потому что семена неоднородные, они большого диаметра, вот, больше 4 мм, и поэтому сеялка типа СМК не подходит для посева буряка. Мы пришли к выводу, что сеялки со втулками 27 мм ВПС 27/1 не подходят для высева буряка, так как они в процессе высева повреждают семя, и в принципе у вас ничего не получится с урожаем. Вот. Мы подобрали для вас несколько вариантов, которые подходят для высева буряка. Это сеялки SOR 1/1, по-старому это сеялка SRT1M со втулкой диаметром 52 мм. Значит, как и в прошлом варианте, как и со втулкой 27 мм, вы можете купить пустую втулку и сделать отверстие и количество, и диаметр отверстий под нужное вам семя. Либо же вы можете приобрести уже готовую втулку. Их есть 4 вида, как вы видите, это 10 отверстий по 5 мм, 10 отверстий по 3 мм, 6 по 10 и 6 по 5. Либо же есть еще вариант с сеялкой SR, сейчас это усовершенствованная сеялка SOR 1/1 с высеивающим механизмом ЩВА. Вот. Там есть специальный диск, множество диаметров отверстий, можете высевать различные культуры от мелких до крупных. Единственное, что эта сеялка не точного высева, то есть вы не можете точно регулировать шаг посева. С помощью метода проб и ошибок, как это происходит обычно, вы можете подобрать под каждую культуру тот тип и режим высева, который вам удобно. Вот. С помощью регулировки звездочек на сеялке. То есть схему звездочек вы можете увидеть у нас на сайте или запросить у менеджера, он вам сбросит. Либо же вы можете убирать щеточки внутри щеточный механизм. Вот, с помощью того, что вы будете убирать щеточки, будет различный шаг посева. Мы подобрали для вас несколько вариантов, несколько видов сеялок. Если у вас остались какие-то вопросы, либо же вы хотите приобрести немедленно эту сеялку, обращайтесь к нам по телефону 044 5 300 38.